Не секрет, в России стали меньше читать, к сожалению, огромному сожалению для нас всех. И возродить в обществе ценность хорошей книги принципиально важно, констатировал Владимир Путин на открытии Года литературы. В Чувашии старт Года литературы дали еще 23 января, а сегодня эстафету приняли Чебоксары. Порой книга объединяет людей, страны и континента. Например, «Войну и мир» Льва Толстого, как выяснилось, с удовольствием читают глава города Чебоксары Леонид Черкесов и, к примеру, знаменитый американский актер Джордж Клуни. Организаторы литературных событий планируют охватить все категории россиян. От тех, кто пока только слушает сказки на ночь, до тех, кто пишет их сам. На это правительство страны выделило более 300 миллионов рублей. В год культуры, в 2014 году, мы значительные средства выделили на модернизацию учреждений культуры. И в этом году наша задача, несмотря на сложности, выделить средства и модернизацию библиотечной сети, пополнение книжного фонда. В год литературы любителям чтения сделали подарок. По всей России существует единый читательский страховой взнос. При регистрации, когда люди приходят, новые читатели, в библиотеку и заводят формуляр, то есть была определенная плата, да, там в пределах 5 рублей. Так вот, в этом году мы это решили сделать подарком, да, наверное, даже не более подарком. Но эта формальность, она иногда приводила к тому, что не всегда с собой были там эти 5 рублей, тем более у детей. Конечно, не забыты и другие виды искусства. Мы очень много работаем со школьниками, поэтому здесь привлечение внимания еще раз к литературе, а мы непосредственно делаем концерты. Музыка, литература, тут же поэзия. Вы знаете, это настолько познавательно, это настолько здорово. Молодые люди признаются, стоит только начать читать, и остановиться уже невозможно. Я люблю читать книги, классику, фантастику. Мне очень нравятся книги Киры Булычева, потому что они очень там, события быстро развиваются. И когда читаешь, прям проникаешь полностью. Еще мне нравятся книги о Гарри Поттере. Они тоже очень-очень интересные. И когда прям читаешь, не замечаешь, как пролетает вот вся книга. Я больше всего люблю Жюль Верна. И сейчас я почти дочитала книгу «Вокруг света 80 дней». Еще я люблю книги Константина Иванова. Это чувашский поэт. И сейчас 2015 год Константина Иванова. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, «Республика».